Дорогие друзья, меня зовут Антонина, приглашаю вас на свой канал «Дачный сезон. Круглый год». Сегодня провожу очень важную процедуру, ну вот конкретно сегодня, на рассаде баклажанов. Баклажаны у меня стоят на подоконнике. Весна у нас в этом году пасмурная, солнца практически не было, и рассада немножко потянулась. Лампами я ее не досвечиваю, экономлю. И вот немножко потянулась рассада. Немножко уплотнилась почва в стаканчиках. Вот видите, такая она комком уже держится. И как раз пришло время провести рыхление почвы. Рыхление я провожу зубочисткой. Аккуратненько стараюсь. Разбиваю. Может быть, комочки какие-то. Ровно стараюсь вести зубочистку, не на бок. Если там где-то корешок и поврежу, то это будет минимальный такой вред. После рыхления подсыпаю порцию почвы. Зачем я рыхлю почву? Растения в обязательном порядке нужны не только питательные вещества, не только подкормки, но и доступ воздуха к корням. И рассада не любит уплотненную почву. Все знают, что растения любят в основном рыхлую почву. А грунт подсыпаем для вытянувшейся рассады, чтобы меньше был оголенный стволик внизу. Такую процедуру стараюсь проводить на всей рассаде. Ну вот, на сегодняшний день сильнее всех потянулись баклажаны. Да, рыхление еще помогает, если переувлажнена почва. Такое тоже довольно часто бывает. На поверхности образуется корочка почвенная, и излишки влаги не уходят. Такой мой короткий сегодня лайфхак. Попробуйте, посмотрите. Увидите ли вы разницу через, например, через неделю, какая у вас будет рассада после рыхления. Я, например, отмечаю только положительное влияние такой процедуры. Через пару дней буду поливать эту рассаду и проводить очередную подкормку. Подкормку рассады я провожу удобрением специальным для рассады от фирмы «Чистый лист». Уже не один год и не два я подкармливаю рассаду этим удобрением. Оно специально сбалансировано. Здесь фосфора больше всего. Затем идет второй элемент по составу – калий. И совсем чуть-чуть азот. А мы знаем, что на начальном этапе роста растениям нужно нарастить как можно большую корневую систему. Для этого и предназначено удобрение для рассады. Всем вам желаю урожайных грядок. Всем пока-пока. Всем удачи.